Всем привет, ребята! С вами школьник Майнкрафт. Я сегодня снимаю. А ты что, да? Что ты снимаешь? Ой, батя, да не мешай, я тут видосы снимаю, блин. А все нельзя работать, сейчас пойдем работать. Да какой работать? Это работа, это я тоже работаю, я видосы снимаю. А, да нифига ты не работаешь, а он пошел. Ну пошли. Блин, батя, ну что ты постоянно. А машину хочешь купить или не хочешь? Не, ну можем пешком. Машину ходить. Хочу. Ну да. Все, ну, вот тогда... 30. Оп. За сезон и так, все из прошлой серии забрали, все, пошли. 32 на тебе сосисон. Давай, я сейчас таблеточку его захаваю. И будешь плохо. Смотри, я сейчас прям... ты что, офигел? Все, последний сосисон захавал. Так, а может, тихо, тихо, там. Что у тебя там в руке, батя? Ты что, вообще, что ли? Ё-моё, вот это, батя. Так. Чё это? Погнали? Ну чё, да, погнали, короче. Да, пошли. А ты чё дверь-то не закрыл? Грабители-то ворвутся. А, блин, я чё, в лифте родился. Вот именно. Я в лифте родился, да? Да. Так, все, побежали, короче. Так, побежали. Так, ребята, сейчас... надо бежать покупать машину быстрее. Ты где там, бежишь? Ага. Да я вообще, я как бы тут, да. Я уже так, знаешь, жду, я так же... О, привет, тут кто-то стоит. Да, соседка какая-то наша. А что не поздоровался соседкой-то? Да я не знаю там, кто это вообще такая, так. Так, короче, экстремально выпрыгиваем. Ты что, офигел? Ёмый адресант работает. Ах ты, а нифига, вот ты мелкий, а? Ты где там, а, упал, слышь ты? Да, я тебя жду уже полчаса, ну ё-моё, выходи быстрее, а. Все, погнали, это я тебя жду тут полчаса, слышь ты? Ты меня ждешь. Да, так, все, побежали туда, короче. Город наш знаешь, нет вообще? Да нет, не знаю, конечно, давай веди меня, так. Давай, пошли быстрее, надо что-нибудь еще купить, похавать, вообще денег нету. Да, денег вообще не, я последний сосисон захавал, так. Да, кстати, 32 есть. Чё, есть? О, 32 бабушка. Ну мы же в прошлой серии в больничке заработали, что забыл? Да, мы же заработали в больничке. Так, побежали. Я, кажется, уже где-то вижу, вот там вот уже рядом, да, совсем эти тачки. Да, побежали быстрее, побежали. Такой тут пожарник стоит. Не Ладно, побежали. Давай, так, ну-ка. Так, о, тачки, смотрите, ребята, жесть. А вот и продавец. Так, ну все, сейчас, короче. По-любому купим вообще на изи, так? Все, подожди, пускай подписчики напишут, какую тачку. Ну да, пусть напишут, какую тачку выбрать, да? Ребята, смотрите, пишите в комментарии прямо сейчас. Видите, за нами три тачки. Белая, даже две белые. Красная или оранжевая. Напишите, какая вам больше всего нравится. И мы сейчас купим у продавца самую классную тачку. Да. И поставьте лайк, чтобы ваш голос засчитался. Да, давайте, вот прямо сейчас, короче, ставьте лайк. А подписывайтесь на канал и пишите, какую машину вообще выбрать. Да, ребята, так, ну что, написали? Какую написали? Ну не знаю, сейчас посмотрим. Давай сначала, да, цены так, ну-ка. Ого! Чё? Нифига тут цены! У нас только нету, 128 баксов стоит. Да, у нас всего 32, это сколько нам еще работать надо на машинку? Погоди, а как мы купим? Мы никак не купим, получается. Ну сейчас не купим, нам получается надо еще кем-то поработать. Да ё-моё, блин, ребята, я думал, хватит. Ну ладно, и что делать надо? Ну пойдем сначала похавать что-нибудь купим и пойдем, не знаю, на работу какую-нибудь устраиваться. Да, давай, пошли в Макдак или куда? Я не знаю, да сейчас что-нибудь придумаем, короче, давай пошли сначала. Мне похавать капец надо, я уже голодал. Да я тоже, пошли в магазин, смотри, тут, о, наши друзья все тут тусуются, смотри, Альтаир. Нет, не Альтаир, это Винамин, ты что путаешь? А. Ну ладно, так, я не знаю, чем они отличаются, ладно, побежали в Макдак. Ой, иди сюда, тут тоже есть, ты где, эй. А, там тоже есть Макдак? Ну, о, тут пошли, везде, пошли, да, пошли. Да. Я да. думал только там их, о, привет, дядя. Так, ну чё, я возьму, так, короче. Так, Патя, покупай мне, значит, купи мне пончик. Пончик? Ну, торт. Да, на, пончик, ты короче. Хочешь? О, шоколадный пончик. Так, я возьму чипсы, короче, о. А нифига, вы... ты чипсоны да. взял. Друзья, если вы кушаете, то приятного аппетита, да? Да, ребята, если вы тоже кушаете, то приятного аппетита и кушайте вместе с нами. Погнали. Да, а если не кушать, то идите и покушайте. Пец, я еще не это, ну как сказать, не насытился. Куплю еще баранину себе, так. Да ты че, батя, сейчас и бабки потратишь. Мы че, работали ради того, что ты баранину тут хавал? Да, так, а еще как. Да блин, да не хватит хавать, ты толстый будешь. Так толстый уже, смотри какой. А нифига, так еще и рагу куплю. Да ё-моё, какой рагу, сейчас я тебе. Ты не скажешь, нет? Ты чё все рагу еще захавал? Ё-моё, тарелку только кинул. Будешь, ну, нет? Ну что мне с ней делать? На тебе тарелкой по голове. Ладно, все, пошли, короче. Ты нет, будешь, нет, хавать? Да хочу мне хавать, ты миску пустую мне дал. Не, ну а будешь, я тебе куплю еще что-нибудь? Нет, не буду, хватит бабки тратить, пошли работать. Батя сейчас жира потратит, сейчас все бабки. Мы с
сколько работали с тобой. Я там, у меня где-то уколы колол всякие, больнички. Ну и все, поколем. О, смотри, там пожарники. Может, мы, короче, у них устроимся? Слушай, давай, да, устроимся пожарниками работать. Давай будем тушить дома, вот это вот все. Ну давай так. Здрасте, короче, офицер. Мы бы хотели устроиться вообще пожарниками. Да, но мне как раз нужна помощь. Давайте. О, слушай, классно. Давай устроимся. Давай, давай. Так, возьмем. О, смотри, тут, короче, о, пожаротушилка есть и вода, о, и... О, вода, смотри, а это что так? Ого, огнемет? А зачем пожарникам огнемет? Это не огнемет, это гидрант. А, гидрант. Слушай, а что если мы в гидрант зальем лаву? Он станет огнеметом, прикинь? Ну, типа, по той же схеме сейчас будем, короче, типа это... Да-да-да-да, давай смотри. Короче, я буду поджигать дом, а ты будешь его тушить. И мы будем, короче, герои, а? Возьми только вот яблочки, они типа будут тебе помогать от этого, от... чтоб ты сам не загорелся. Ну да, да, да. Так, так, ну сейчас все возьмем. Все, а смотри, давай так, я буду поджигать, а ты будешь тушить, хорошо? Ну давай, 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 попробуем. Все, вроде тебе классно. Так, а ты нас не слышал, да? А он слышал или он ничего не слышал? Так, а вы нас слышали там, о чем мы там говорим? Да вроде ничего он не слышал. Да, ладно, короче. Все, побежали. Да, 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 все, побежали, короче, чё? Ну, в городе пожаров-то нет, да, ну сейчас будет, типа. Да, ну сейчас будет, ребята, сейчас мы с вами. Слушай, давай это. О, смотри, давай эту штуку подожжем. Или вот. Нет? Не-не-не, ее не надо. Пошли сюда. А. Давай что-нибудь. Давай подальше отойдем, а то он нас спалит вообще-то, как бы не думал. Да, 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 давай, чтобы он нас не видел, что мы там поджигаем, тушим. Так, давай, давай, давай. Давай, так, побежали. Как думаешь, нам нормально заплатят за это? За поджоги? Да, да, да. Не знаю, не знаю. Смотри, дом вообще из шерсти. О, давай его. Ну не знаю, не знаю. Да. Слушай, давай. Не, иди сюда. Надо, чтоб я потушил, а то если не потушим, то наоборот будет фигово. А, ну да, да, точно, точно. Ладно, давай. Так, давай вот сюда, короче, ну-ка. Так, куда, на крышу? Так, ну, полезли, давай, да, давай, на крышу, давай. Чтоб никто не спалил нас. Так. О, вообще нормально. Так он это будет гореть-то хоть? Ну надо, чтобы я потушил, поэтому он типа он каменный, как а, раз. Ну да, 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 все нормально. Давай. А у тебя деревянные дома, кстати, еще, ну вот. Так, ну что, я, короче, давай, я начинаю, да? Ну ты давай, а я типа так. А не, подожди, я типа такой врываюсь и такой типа говорю, а что тут пожар, и типа по вырику тушу. Все, давай. Давай, давай, давай. А я буду прыгать отсюда и кричать: о, пожар, пожар. Давай, 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 ну. Так, давай, давай, давай. Так, ну что, погнали? Ой-ой-ой! Ой-ой, грит, грит! Ой, блин! Что там случилось? Ой, ё-моё, ё-моё, тут, короче, пожар! О, так, а ты пожарник, а ты пожарник! Пожарник, давай, пожарник, все, пожарник Евген Бро в деле, короче, все. Жесть, ребята, смотрите, как все загорелось, офигеть! Опа, так. Давай, давай, помогу, 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 давай, 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 давай! Давай, давай, оп-оп-оп! Смотри, оп. Видал? Все, пацан, мы тебя спасли, короче! Офигеть, это мы... Слушай, ты вообще спас вообще жестко. Капец, спасибо. Так, кого же благодарить за это? Кто, как тебя зовут? Меня зовут пожарник Евген Бро. Офигеть, ну в общем, короче, я передал твоему начальству, что ты молодец. Ну да. Ну, так. Так, ну все, все, так, отлично. Давай, все, давай следующий дом. Пошли следующий, так, давай, так, давай, давай, давай. Так, все, вроде нас не спалили, вроде не спалили. Ну давай. Пока не спалили. Подожди, а как они узнают, что реально был пожар? А там же жильцы есть в доме? А вдруг никого не было? Слушай, пошли так, прям ты... перед его носом, короче, подожгем. Давай, 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 прям, давай его прям подожжем. Ха-ха, нифига ты лютый, не-не-не. А, ну давай, 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 он сразу. Давай, он сразу, офигеет. Ты где, ты где? Эй, пацан, ты где? А я бегу туда, как мы и бежали. А, да, а я по мостику пошел. А ты где? А я по мостику пошел. Какому? А-а-а. Блин, ну короче, ладно, мы разминулись, ладно, я сейчас туда, я добегу, я уже возле него, а ты где? Ну все, я бегу, давай ты, короче, типа, сейчас подожди, я там подбегу. Ты, короче, устроишь всю эту дичь и все. И я, короче, такой подбегаю и спасаю. Давай, готов? Давай, готов, готов, давай. Так, давай. Ну что, пожарник, погнали, ё-моё. Опа! Все, тихо, тихо, а то он сейчас это... Опа! Давай, тужи, тужи, тужи. Все, смотри, потушил. Не все потушил, не все, тут еще, тут еще. Ну сейчас, опа, подожди, опа. Давай, помогай, типа, ты тоже все, там. Все, помог, помог. Фу, жесть, потушили, пожар. Смотри, он аж даже запрыгал, еще такой, типа, ё... А, сейчас вот, надо его потушить, потушить его надо. Давай, тушим. Туши, туши, туши его, туши. Все, все, смотри, смотри, все. Жизнь, вообще. Потушили. Да, он, по-моему, слушай, нормально такой, типа, говорит. Слушай, смотри, у него лицо загорело, видишь? Да, 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 так. Я поджарился, прокоптился немножко. Да, да, да. Так, ну чё, офицер, мы вас спасли. О, да, спасибо, возьмите зарплату за день. О, ну-ка, о! Опа!
Подожди, еще так мало-то снова, нам все равно не хватит, походу. Ну да, у нас сейчас 60 всего лишь. А там сколько? Подожди, ты что там, все бабки еще потратил? Нет. Там было 32 плюс 32, должно быть, знаешь, сколько? 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 А ну-ка, ребята, посчитайте, сколько будет 32 плюс 32? Да-да-да. И сколько у нас? У нас 60. Сколько потрачено? Да, сколько потратил этот Евген Бро? У нас сейчас сколько, ты говорил? А что ты бабки считаешь? 60? 60 у нас сейчас, да. А должно быть, не знаю сколько, и сколько там Евген должен был потратить. Напишите в комментарии, вот. И тот, кто пишет правильно, тот будет молодец. Так, а тут нифига, нам еще надо наполовину заработать. А ё-моё, блин, реально, жесть, ну как так-то, а? Ну ладно, пошли хоть еды купим. Слушай, а может купим тачку? Да ты чё, обалдел, что ли? Да ладно, не буду, погнали. Ну да, да, да. Ну ладно, смотри. Да он же потом это, ментов там вызовет, всё. Так, ладно, а ты чё, куда бежишь? Ну ещё похавать. Ты офигел, ты и так толстый уже, блин, тебе не нельзя. Не-не-не, надо больше, надо ты больше. Ты хаваешь только всякий фастфуд, нельзя. О, так, о, рагу, так. Какой рагу, я сейчас тебе рага это подключу, ты чё там рагу? О, так, ну-ка, погнали! Чё, какой погнали, слышишь? А, о, нормально. Батя, ты что, ты совсем что ли транжира? На, тоже поешь, успокойся. А. Давайте я мороженку куплю. О, купи, да, мороженка, я пока рагу. Наверну так, давай. Нет, где мороженка моя? А все, я уже съел. Ты что, офигел? Сюда. Ну все, короче, дорогие друзья, в общем... Ты что, мороженка, ты офигел? В следующей серии тебе куплю мороженку. Так, ребята, все, ставьте лайки и пишите, простите его или не простите. Да, офигел совсем. В общем, да, ставьте лайки. Простите, ребята. Да, вообще, там, что хотите, то и пишите. В общем, все, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Все, ребята, всем пока-пока. У-у-у.